А теперь будем начинать? Начались. Да, пожалуйста, снова на Фаду Боярду. Снова у нас. У нас только Дима ждет удивительные приключения. Макс остался ведущим, как это было обещаемо. Ну что ж, только Дима ждет удивительные приключения. А сколько золота он несет, узнаете сегодня. Do you know that in Russian Fort Boyard they have a bus? Дима вылетела. Ну, господа, у нас тут экстремальные технические неполадки. Да, Дима. Там я сохнул, что у нас теперь новый. Вот этот вот, который из Франции используется. Вот этот вот, который ты руки можешь задавать. Да. Теперь новое выходит. Как обычно, что? Дима, у тебя что вылетело, блин? Сейчас у меня вылетело. Секунду. Ждем. Давай. Да, Дима, жди. Дима, я тебе напомню, тебе нужно собрать 5 ключей в 10 наших испытаниях. Mark, do you know that in Russian Fort Boyard they had a bus? Yeah, that's right. I know. And I'm looking at the Russian version of Fort Boyard. I think they had Russian people on Fort Boyard. Yeah. Yeah, I know. Давай, Дима. А я пока попляшу, Ждём. Ай, маньячка, бей. Что это? Да сейчас, уже подожди. Жду я, блин. Сурую тебя уже. Я не виноват, что у меня вылетело. Я знаю, что не виноват. Блин, я знаю, я тоже, что не виноват, конечно. Но... В боксе можно такие вот... Эмоции можно купить. Вот эти вот плясы. Ну это. Ну, а я что делать вам? Да, там, я разобрался, теперь смотри. Какая-то. Ауди, Дима. Все, да. Дим. Ну, ты готов? Я даю команду к начальству. Идем за первым испытанием. Дима, что? Так. Все, я только дам команду к начальству. Так, подождите. Если бой, легок, слепупле. Да. Мягким и погнали. Вот, пожалуйста, я сразу... Мак, Давай. Я снимаю тоже. Давай. Только там. Так, здесь нет? Если где ключ, где можно найти? Это что могу купить? What season? Это да. Is this the first game? It's second game. It's second episode. It's second episode? I know it's a second episode. Yeah. О, ключ сразу нашел, Дима! Ключ! Нажимай! Если получится, то я сам нажму. Я не пишу. Хочешь, сам нажму? Один? А может его вот так потолкнуть? Ты что, не стал здесь пить? Вот, Дима, для тебя его. Вот, возьми ключ, Дим. Дима, аккуратно, вот пойдите вот сюда. Тише. Все, бери ключ, Дим. Что, Дим, ты молодец. Прошло первое испытание. А минуту только по... Даже что? Почти минут не пошла, ну все же. Как я скажу время? Стой, дай сейчас меня настройки, все, таймер готов. Три, два, один. Время! Все, вы ваши дамы перевернули. Ты только там забыл нажать на кнопку ключа.
Дима, все, продолжай, продолжай. Да блин, Дима, ты что сделал? Да блин, Дима, ай! Что с тобой? Ну ладно, открою. Да, ну хорошо. Второй ключ. Искрити. Я чуть Диму не запил, да, куда опился. Итак, теперь мы пойдем к... Зашла. И нажимать... Да. Я сказать, потому что я совершенно даже на парк хотел зайти на парк. А что, может, хватит уже? Не надо, все. Мал, ты пока догоняй, я не немножко напился. Ну, может, тут ведущий может стоять. Нет, Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Есть. Ну что ж, а теперь слушайте загадку, подождите. Подождите, дайте сейчас загадку найти. Так, тишина. Загадки. Ну что ж, слаще меда. Да я сказал, слаще меда, тяжелее железа, в магазине не продается, в базах не покупается. Что это? Чего еще раз я не... Слаще меда, тяжелее железа, в магазине не подается, на базаре не покупается. Дим, кто это? Жизнь, что ли? Близко, но это не жизнь. Не, мы не сможем... Это не жизнь, три могу тебе дать подсказку. Три буквы, дам. Там три буквы. Слаще меда, тяжелее железа, в магазине не подается, на базаре не покупается. Там три буквы. Годы, лет. Близко. А на букву С, и там три буквы. Близко. Да. На С. Сон. Ой. Сон. Сон, да, это и есть сон. Вот, бери свой третий ключ. Он прям где? Вот это четвертую лапу. До свидания. Давай, я там пути. Ну что, Дим, молодец, ты отгадал. Это сон. Ну, он бывает, конечно, страшно нет, да, а бывает, конечно, он, ну что, погнали дальше. Дим, за нами. Опять испытание, это уже на четвертое испытание, на ключ. Да, это что, я... Что? Разобрался. Давай, Дим. Так, что испытание на ключ, это у нас, а по-моему, на каком-то же. Пойдем, да. Так, я тоже посмотрю, как испытание у нас будет на... Давай, я тоже посмотрю, как у нас будет. Почему мы не могли пойти той стороной? Я просто не знаю, что надо подобрать. Короче, Мне так как подобрать или испытание? Скоро казино будет. Вот так. Да, пусть будет казино. Ты где, Мак, блин? А вот ты где. Да я тут, тут. Всё, сейчас мы запустим таймер, подождите. Я должен вот этот таймер испытать из вот этого вот. Таймер испытания. Ты готовься, Дим? Сейчас. 4, 3, 2, 1. Всё, время пошло. Можно попасть на зелёную штуку. Да, это джекпот, что ли? Ну да, на джекпот. О! Как быстро, блин, Дима, молодец. Четыре ключа. Мама Мия! Мама Мия настоящая. Дима, ты уже нажал, иди назад. Ты что, 4 из 5? О май гад. Тут после испытания на ключ, потом будет подсказки. Да, после испытания на ключ. Ну что ж, парни, за мной. Дима, ты куда, блин, исчез опять с моего зрения? Сейчас. Да, Димка здесь, вот он, не исчез. Димка, давай за нами. Цилиндры, да, цилиндры. А? Цилиндры. Мама Мия. Мама.
Готов? Две минуты, сейчас мы запустим. Подождите, я еще не могу, я не могу запускать, так запускать таймеры. О, священный, помоги. О, священный Вита Джей, помогите, пожалуйста. Две минуты пошли. Аккуратно, стой, стой, стой. Я сказал уже, да, Горик, ты там что-то уже устоять. Мне кажется, тебе видео специально сделали, блин. Мама мия. Мам, ты что тут стоишь, блин? Ё-моё. А? Пять ключей. А ты где? А теперь надо собрать четыре подсказки. Четыре подсказки. И я нажмем сюда на подсказку. Ледяная комната, вот она первая на подсказку. Да, ледяная комната. Да, хочу предупредить. Будь осторожен. Это скользко. Испытание. И что такое место фото. Хочу Зим, тебя предупредить. Будь осторожен. Если... И да, и время пошло. Время. Я хочу предупредить, чтобы нужно быть аккуратным. Да, чтобы скользко, скользко там. Да-да-да. Вау, мама мия, это что такое? Дима, блин, фото спидранит. Ё-моё! Первый подсказ из четырёх. Идём за второй. Спидран во форму ёбру бурнали. Тут это вот, биомед. Не сможешь, готов. Всё, пошли, две минуты пошло. Две минуты, стой, я не штамень запустил, ну ладно. Майк, с тобой, блин, молодец, Дим. Молодец, ё-моё, вторая подсказка. Блин? Вот ты где, ё-моё. Дим, ты где? Уже в два, да, две подсказки. Две подсказки, молодец. Пошли за третьей. Идём дальше. Я это, по-моему, подскажу. А, это будет будет. Это будет подсказка. Может, тут, что ли? Я не помню. А я не знаю, может быть тут? Да, может. Я это как-то... На бивень. Да, оно. А теперь даже пустим таймер на 2 минуты. 3, 2, 1, пошло! О, господи, набери. Здесь можно... О, не знаю, здесь можно заходить. Здесь блин, под боярд. Но последний. Сейчас задание будет гораздо сложнее, на подсказку. Конечно, выгадать. Идем к катапульте. Поехали. Катапульте сюда. Я вас догоню. Катапульта. Катапульта. Ребята, стоит, что происходит с камерой. Там, господа, там, я вам скажу. Наш год будет все не меня. Да, и, друзья, еще раз расскажу. Да, я знаю, где вы. Все, я на месте. Итак, друзья, вот. Да, совсем. Сема, давай я кое-что скажу о нашем мире. Когда будет сначала мы. Да. Вот, нам же сюда. Аккуратно. Ну и тебе кот покричим. Да. Дорогие друзья. Ты готов? Ну что ж, парни. Так. Один из... Музик. Готов? ТНТ. Да, поехали. Ну что ж, подождите. Так, ты. Давайте мы запустим таймер. Подожди. У тебя будет 2 минуты 30 секунд. Потому что это слово распространение. Давай. 2 минуты 30 секунд. Начнутся сейчас. 2 минуты 30 секунд. Подожди. Так, 30 секунд. Только скажу, не понял. Не понял я нифига. Дима, ты что делаешь, блин, ты мог запустить на катапульте. Ну ладно, он сам поплыл. Катапульте, глюконолог, он поплыл. Дима, давай, у тебя получится. Давай. But where was it a leg? Когда путь оглюканул, и Дима сам уплыл в воду, я там его вижу. А, я потом что-то глюканул, но ничего.
Дим, ты нашел, когда в подкасте? Сразу... Да, это что? И за что ты мог крикнуть? Я тоже нажму на зеленую. Сколько там осталось, блин? Да блин, у меня блок, у меня опять гаснет. TNT. А у меня все, как все будет. Да это просто у меня просто записи. А, я понял. Дима, давай, код. Нажми на кнопку зеленую. Там код появится. Вот, стоп, вот она. Да. А он уже все вел. Все, Дима, можно... Дима, назад. Давай. Идем. К чему позади? А мы управляемся с сокровищами, парни. Так, парни. Напомню тебе. Ты можешь отгадать, кто твой слово сокровищами. Да, если ты отгадаешь, то сколько? Минуты. Полно. Да, давай, подождите меня, дайте мне я спасу. Я спасу. У тебя будет 3 минуты 15 секунд. Давай 15 секунд к тебе пойдут. I like watch the Romanian version of... Oh, Bay. Bay. Два, один, поехали! Женя! Поехали, чат! Так, смотри, пилот, бумага, крыло! Что это может быть, Дим? I think they will lose! Смотри, пилот, бумага, крыло! Да, смотри, Дима, смотри, пилот, бумага, крыло! Да я понял, сейчас! Самолет, что ли? Это ты сказал, как самолет надо. Плейн, P-L-A-N-E. Он стреляет уже по воле на золото. P-L-A-N-E. Вот L, вот L. Нам нужно букву может стать сам. Вот она здесь. N на I может стать, либо ее... Ну ладно. Ну что ж. Ну что, готов? Мама, за маник плачет и голову тигла. Да, Мик, прошу, плачет и голову тигла. Когда полный банк будет. Буду, давай. Да, ну это скажу, когда... Да, еще когда скажу, когда будет 20 секунд, когда все закроется. I watch for me, man. Дима, золото, спорта. Есть. Забирай. Есть, молодец, Дим.
Ты отгадал Золотофорта. Ё-моё, сколько он забирает, да? Собери кому же надо. Финский, пойдем сразу назад. У него уже полный банк. Мак, ты вот так смотришь, ты вот так смотришь. Некрасиво выглядит. Вот так надо смотреть. А, все, да, смотри. Молодец. Так, давай еще кидем. Еще раз. Еще времени полно. Полно один времени. Ты будешь ждать три круга. Молодец, Димка, молодец. Я что, я тоже снимаю у меня и так. Ну, где-то вы сзади, что я выкинулась. Смотрите, парень, сзади, что я выкинулась. Да, я пока почитаю, сколько полный банк, полный. Дайте полный банк, давай. А что такое у нас было золото? 22. 2000. Так. Еще 20. Давай, Дим. Как только 20 секунд будет, пойдет разводка. Я скажу. А, уже 45 секунд осталось, 45. Ну и 20, да, будет. А то сотку скажу. Да. О, за сотка. Сотка, 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 Дим, сотка. Дим, назад, 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 Дим, Дим, Дим. Так. Да. А есть, Дим? Решетка пошла! Давай стрелять! Не успеешь! Что, Дим, давай! Дим, ты можешь пойти вот так, вот так. Ой, Дим, молодец! Ну что? Поздравляю! Дим, как я шпинг? Сейчас она заходит, подожди. Так, стоит, готовим. Уже тело под Бэнн был снова, пока он твой, твои силы. И, наверное, быстрее всех. Да, Дима, да, если так, давай покажешь, как будто скажу. Дима, тут отдает, да, Дима. Дима, какие у тебя ощущения в фоте? Ну что? Нормально. Нет. Да. И у тебя испытания какие сложно оказались? Так, если вы сможете присылать, давайте когда будет сложно. Польза или да. Другое? Да не, все оказались сложными, может быть. Ну что? Беда. Не знаю, знаешь, это Артём проспекулировал сумму у тебя в моменте. Значит, это кому-то космонит. В принципе, это дочка. Да. Внимание на табло. Уже победил, опять-таки фашайка. Не уже. Ну что ж, внимание на табло. Тогда посмотрим. Тан-тан-тан-тан-тан-тун-тун-тун-тун-тун-тун. 372 тысячи. Даже нет. 372 тысячи. Мы немножко ошиблись. 372 тысячи 200. Да, 272 тысячи, и на что-то планируешь потратить этот выигрыш? Да. Нужно обыкновенно все просто поехать. Так, Дима, ты себе, что ли, и на бактроительность скинешь? Я скину их тебе, чтобы ты мне робоксы дал. Дам. 172 тысячи 200. Ну что, друзья? Встаньте, друзья, выпуски, вот и все. Это было... Увидимся, с вами были Марк Витер, Артём Калинин. Вот эти выпуски, да, с вами были Марк Витер, Артём Калинин. Все. Вот и все, парни. Все, снято! Да, снято, все.